Танцевальное шоу «ПНР» стартует вечером 9 октября. В нем примут участие Николай Басков, Анни Лора, группа «А-студио», Дима Билан, Сати Казанова, Анжелика Варум, дискотека «Авария», Нюша, Доминик Джокер, Денис Клявер, Стас Костюшкин, Юлиана Караулова и другие звезды отечественной эстрады. Организаторы дискотеки – администрация Сочи и телеканал «Муз-ТВ». На сцене будут не только любимые артисты, но и всеми известные и любимые ведущие. Вести наше мероприятие будет Костюшкин, Караулова, Лера Кудрявцева и Андрей Разыграев. И, конечно, самое важное, что каждый зритель сможет увидеть себя в эфире телеканала Муз-ТВ буквально через неделю. И напомню, дискотека со звездами новой волны начнется в 22 часа в эту пятницу. Вход свободный.